Что ж, сегодня мы начинаем обсуждение последней темы. В наших слайдах эта тема обозначается римской цифрой 6. И называется эта тема «Деяния Божьи». Я бы очень хотел, чтобы у нас хватило времени разобрать доктрину сотворения, но, скорее всего, вам придется изучить эту тему самостоятельно, чтобы получить какое-то представление. И вот на следующих наших лекциях я бы хотел поговорить с вами об усыновлении Божьем и всем, что из этого следует. И, конечно, вы понимаете, что мы не сможем обсудить все, но я все же надеюсь, что мы сможем с вами прояснить все необходимые вопросы и поймем, что принимается всеми, о чем ведутся споры, какие есть различные мнения на этот счет среди евангельских христиан и какие есть мнения среди христиан, которые не считают себя евангельскими христианами. И вот как мы с вами начнем. Я бы очень попросил бы вас набраться терпения. Знаете, есть большое искушение при обсуждении этих вопросов сразу перейти к рассмотрению аргументов той или иной стороны. И, к сожалению, многие именно так и поступают. И при этом говорится очень много всего, но у меня большие сомнения, сколько из всего этого можно понять. Я полагаю, это одна из причин, почему по этим вопросам не так много понимания, как должно быть. Зачастую используются термины и понятия, которым никто не потрудился дать определение, и как следствие путаница. Поэтому я пришел к выводу, что начинать надо с определений основных понятий. И я понимаю, что это не самое интересное занятие в мире — давать определения, но я очень прошу вас набраться терпения, и я обещаю вам, что когда мы наконец перейдем к рассмотрению различных точек зрения, вы будете рады, что вы разобрали со мной все эти определения. Что ж, достаточно для введения. Мы переходим к теме усыновления Бога. И прежде всего, давайте рассмотрим определение. Вы можете следить за информацией на слайдах, а также на той, которая находится в ваших распечатках и в книге «Нет подобного ему». В этой книге есть раздел, в котором рассматривается этот вопрос усыновления Бога. И давая определение, мы должны с вами рассмотреть, хотя, конечно, сделаем это очень кратко, используемые термины. И мы с вами не будем останавливаться на этом слишком надолго, потому что все это подробно описано в ваших распечатках. Вы видите, что есть много ветхозаветных терминов. И если рассмотреть все эти термины, то основная идея, которая в них содержится, состоит в том, что эти термины имеют отношение к чьей-то воле, к чему-то выбору, решению, к совету. И вот на слайде вы здесь видите три ветхозаветных слова. Это «эца», «соуд» и «мезима». Также есть слово «кафец», которое означает «наклонность», «предпочтение», «расположение». Есть еще слово «рацон», которое означает «угодить» или «обрадовать». И, как вы видите, большинство этих слов — это имена существительные, хотя это существительные, которые произошли от глаголов. Теперь новозаветные термины. Наиболее основное слово, по всей видимости, это слово «буле», которое происходит от глагола «булымай». И произошедшее от этого слова существительное говорит об усыновлении в общем, но при этом указывается, что усыновление основано на совете и размышлении. Затем есть еще одно распространенное новозаветное слово. Это слово «телема». Это слово относится к совету Бога, к тому, что бы Он хотел сделать.
Оно подчеркивает преднамеренный, а не совещательный элемент Божьего совета. Другими словами, это то слово, которое подчеркивает не то, что Бог думает, что бы Он хотел сделать, но само решение, которое Бог принимает. Что ж, затем еще одно слово — «Евдокия». И ударение в значении этого слова делается на свободе Божьего намерения и на радости, с которой Он их исполняет. Что ж, это те термины, которые используются. Однако мы с вами знаем, что определение терминов — это не то же самое, что определение концепций. Поэтому мы с вами должны поговорить о том, что подразумевают богословы, когда говорят об установлении Бога. И здесь я хотел бы поделиться с вами одним определением. Взято это определение из Вестминстерского краткого катехизиса. И вот какое в нем дается значение. Это его вечное намерение, соответствующее изволению его воли, посредством которого он предопределил все, что происходит для своей славы. Что ж, я думаю, общие кальвинисты, они будут очень рады такому определению. Может быть, они что-то и добавили бы к нему, но очень незначительно, в зависимости от того, какой разновидности кальвинизма они придерживаются. Но в основном, если вы придерживаетесь кальвинистических взглядов, то такое определение вас должно устраивать. И кто-то может подумать, что армянин такое определение не примет, отвергнет. Что ж, многим армянам будет некомфортно с таким определением. Но возможно и такое, что армянин скажет вам, посмотрев на это определение, что в принципе это то, во что он верит, если только добавить, что то, что Бог предопределил, это то, что он предвидел, что это произойдет. Если сделать вот такое добавление, то это определение сможет устроить многих армянин. Но на данном этапе перед нами не стоит задача разрешать все эти споры и разномыслия. Нам просто нужно дать определение. И вот теперь посмотрите на следующий слайд. Объяснение природы божественного установления и презентацию того, как различные формы теизма, будь то армянианство, кальвинизм, открытый теизм, процесс теизма, как они понимают идею божественного установления, согласны ли они с тем, что существует такое понятие, или они с этим не согласны, и что они подразумевают под понятием божественного установления. Все это можно прочитать в книге «Нет подобного ему» в 11 главе. Что ж, идем далее. Очевидно, что, изучая понятие установления Божия, мы соприкасаемся с Божьей волей. И вы, и я, мы все прекрасно понимаем, что для простого христианина в церкви очень важным вопросом является определение Божьей воли. И христиане, я думаю, признают, что самым лучшим для них будет жить в согласии с Божьей волей. Но как только мы такое говорим, мы тут же задаемся вопросом, «Но как же я могу узнать Божью волю, чтобы жить в согласии с ней?» И вот ответ на этот вопрос, как мне представляется, может показаться нам труднее, чем мы первоначально ожидали. И все это потому, что понятие «воля Божья» само по себе достаточно широко и достаточно размыто, потому что понятие «Божья воля» может означать самое разное. И поэтому далее в нашей лекции, и это будет отражено на слайдах нашей презентации, а также в ваших распечатках, я бы хотел поделиться с вами о том, что обычно понимается, когда говорится о воле Божьей.
Я постараюсь это объяснить. Я думаю, все это поможет вам лично для себя лучше представлять не только то, как следует понимать те тексты Библии, в которых говорится о Божьей воле, но и четче, конкретней понимать для себя, в чем же заключается Божья воля. Итак, первое значение Божьей воли, как мы можем понимать, что есть Божья воля, это мы можем ссылаться на так называемую наставительную Божью волю. Когда мы с вами говорим о наставительной Божьей воле, то мы с вами говорим о правилах жизни, о правилах благочестия, которые оставил Бог для своего творения. Другими словами, наставительная воля Бога — это Его закон, а Он, в свою очередь, содержится в Писании. Итак, если кто-то скажет, «Ну как же я могу узнать, в чем же состоит Божья воля, что Он ожидает?» Что ж, в зависимости от того, что имеется в виду, если речь идет о ситуации, которая затрагивает нравственные вопросы, и человек задается вопросом, как ему правильно поступить, то мы можем ответить, это нравственный вопрос, и Писание дает на него ответ, раскрывает нам и показывает, как поступить в этом конкретном случае. И мы можем смело утверждать, что Божья воля в том, чтобы мы не говорили неправду, или что Божья воля в том, чтобы мы не брали того, что нам не принадлежит. Божья воля в том, чтобы мы не забирали жизнь у человека, на которого разгневались. Поэтому, что касается поступков, которые попадают в нравственную категорию, то я думаю, в большинстве случаев мы знаем, какова Божья воля по поводу каждого такого поступка. Однако очень часто, в большинстве случаев, когда люди задаются вопросом, какова же Божья воля, они не столько задаются желанием узнать наставительную Божью волю, они скорее пытаются узнать то, что мы называем декретной, установительной Божьей волей. Вот представьте, кто-то стоит перед дилеммой, он рассуждает, «Я точно знаю, что Бог хочет, чтобы я занимался служением, но я пытаюсь понять, что Бог ожидает от меня, чтобы я был пастором церкви здесь, в Америке, либо уехал миссионером в другую страну. А быть может, Бог ожидает, чтобы я нес служение учителя. А если так, то мне стоит задуматься о том, чтобы продолжить свое обучение. О, как бы я хотел знать Божью волю, как же мне поступить?» И вот такие вопросы встают перед людьми достаточно часто. И, как вы понимаете, здесь нет нравственных предпосылок. По этому поводу мы не найдем запретов в Писании, которые помогли бы нам в принятии решений. Поэтому знание закона Божьего не так уж и поможет вам в принятии решений по поводу того, какое же служение Бог ожидает, чтобы вы несли в своей жизни. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, что же мы можем сказать по поводу вот таких вопросов? Здесь речь идет о декретной воле Божьей. А когда речь идет о декретной воле Божьей, то мы затрагиваем вопрос вечного установления Бога, посредством которого Он определил то, какое решение в конечном итоге будет принято. Позвольте мне повторить.
Декретная воля Божья опирается на вечное установление Божье, посредством которого Он определил или решил, что же на самом деле произойдет. И здесь можно сослаться на текст Библии, это послание к Ефесянам 1.11. И вы, я думаю, прекрасно знаете этот текст, если вы следили за нашими рассуждениями на предыдущих лекциях. В этом тексте мы читаем о том, что Бог совершает все по изволению Своей воли. Что ж, хорошо. Является ли установление Бога неким агентом, который может действовать в мире? Я думаю, что многие люди именно так и рассуждают, как если бы был некто или нечто, чтобы принуждало людей поступать так, как следует. Что ж, вообще-то это неверное представление. И если вы прочитаете 11 главу об установлении Божьем в книге «Нет подобного Ему», то вы там прочтете следующую мысль. Установление Божье — это не агент. Нравственный, безнравственный или какой-либо другой. Установление Божье — это отражение Божьих деяний в этом мире, во всей истории. Но это не что-то одушевленное, что способно совершать какие-либо действия. Это скорее обстоятельства, ангелы, люди, сам Бог, животный мир, все одушевленные существа, все, которые могут совершать некие поступки, но они совершают их в соответствии с Божьим установлением, в соответствии с Его замыслом. Вот представьте, если вы захотите построить дом, то у вас будет проект. И как только вы закончите составлять проект того дома, который вы собираетесь построить, то вы не можете просто сказать, ну что ж, у нас есть проект, давайте заселимся в дом. Нет, дом все еще надо построить. Что ж, ну я тут отдохну, пока проект сам не реализуется. Что ж, такого не произойдет. Проект определяет, что нужно построить, но нужны рабочие, люди, которые воплотят проект в реальность и построят сам дом. Поэтому мы говорим о Божьем решении относительно того, что должно произойти. И в результате это действительно произойдет. Но проект, замысел, это лишь воля, установление о том, что должно произойти в истории согласно Божьему замыслу, и он воплотится посредством одушевленных сущностей. Что ж, говоря о декретной воле Божьей, мы можем сказать, что и здесь не все одинаково. Поэтому далее я хотел бы поговорить с вами вот о чем. Есть то, что можно назвать совершенной Божьей волей, и то, что за неимением лучшего термина мы назовем нежелаемой волей Божьей. Но есть еще одно, что я хотел бы сказать, и что вы не найдете здесь на слайдах презентации, но это также имеет отношение к нашему обсуждению. Это тайная воля Божья. Мы читаем в текстах Писания о тайнах Божьих, о непостижимой воле Божьей. В этом случае подразумевается та часть Божьего установления, которую Бог решил не открывать нам. Или даже если мы что-то знаем об этом, мы знаем об этом только лишь благодаря тому, что это произошло. Но прежде чем это произошло, это было сокрыто от нас. Мы ничего не знали об этом. Поэтому тайная воля Божья — это часть Божьего установления, о которой мы ничего не знали заранее, ничего не знали, пока, наконец, что-то не произошло. Есть многое, что произошло, и мы теперь знаем, что это часть Божьего установления. Но до того, как это произошло, у нас не было ни малейшего представления, что нам ожидать.
И можно привести тексты Писания, которые указывают на эту тайную волю Божью или каким-либо образом говорят об этом. Это книга Второзакония, глава 29, стих 29. Псалом 114, стих 3. Послание к Ефесянам, 1 глава, стихи 5, 9 и 11. Вот в этих стихах мы читаем о том, что установление Божие охватывает все, а так как это охватывает все, то оно охватывает то, что мы знаем, должно произойти, потому что Бог нам открыл это, и также это охватывает то, что мы не знаем, должно произойти, потому что Бог нам не открыл об этом. Поэтому это охватывает то, что определено тайной Божьей волей. И также 4 глава Даниила, стихи 25 и 32, а также 35 стих будет здесь уместен. А также послание к римлянам, 11 глава, стихи 33 и 34. Это концовка 11 главы, а также всего раздела послания к римлянам с 9 по 11 главу об отношении Бога с Израилем. Павел восхищается премудростью Божией, пишет о том, как неследимы пути Его, что Божий замысел превыше нашего разумения и понимания. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.